Новый подход в образовании предлагает центральная школа. Уникальное место расположено по адресу улица Есенина, 21. Оно откроется 9 сентября. Здесь педагоги используют современные авторские методики, основы которых – гуманные отношения. Их задача – вырастить самостоятельную личность, при этом без стресса и перегрузок. У нас нет ни оценок, ни домашек. Это то, что как раз отпугивает, по всем статистическим данным, то, что отпугивает наших школьников от учебы. Учитель заинтересовывает детей учиться. Это очень сложная работа, но мы можем себе позволить, имея такую команду, имея ограниченное количество учеников. В каждом классе от 10 до 15 человек. За счет этого удается добиться практически индивидуального подхода. В центральной школе сильная команда педагогов. Это кандидаты наук, преподаватели вузов. Они объединены общей идеей гуманного обучения и заинтересованы, чтобы их воспитанники получили качественное образование, отвечающее запросам общества. Их задача – подготовить детей к поступлению в вузы без репетиторов. Нет таких детей, которые не хотят что-то делать. Да. Даже самые, которые есть, и, может, какие-то диагнозы, какие-то отставания и так далее. Если он видит, что к нему относятся совсем по-другому, а не как выходит, ну-ка, доложи, ну-ка, это. Он сам прибежит. Вот институтовские и только просят, а можно я, Сергей Владимирович? В обычной школе учитель вынужден много времени тратить на заполнение отчетности. На втором месте у него предмет, и лишь на третьем ученики. При такой системе на индивидуальный подход просто не остается ресурсов. В частной центральной школе все по-другому. На первом месте ученик с его сильными и слабыми сторонами. Не нужно закрывать ребенка в какие-то рамки. Если он чувствует себя свободно, он свободно говорит свои мысли, он открывается в школе, открывается учителям, и ему нравится учиться. Иногда даже сложно предсказать, в какое русло выльется какая-то тема, потому что у детей на самом деле воображение неимоверно развито. С начала учебного года в центральной школе будут заниматься дети в первых, вторых, третьих, четвертых и шестых классах. Помещения для них уже готовы. Осталось внести финальные штрихи и установить мебель. А вот на следующий год школа заработает в полном объеме. Здесь появятся все классы с 1 по 11. Школа рассчитана на 100 человек. Тут большое количество помещений, и больших, и маленьких. Высокие потолки, просторные помещения, что позволит организовать всю образовательную деятельность с нашими ребятами. Как и простые уроки, так и дополнительные различные кружки, секции и студии. Все, чтобы можно было получить полноценное воспитание и образование. Откроется центральная школа 9 сентября, а вот чаепитие и знакомство с педагогическим составом запланировано на 1 сентября. Встреча с родителями и детьми пройдет в теплой и домашней обстановке. Гостей ждут по адресу улица Есенина, дом 21. Педагоги расскажут об особенностях обучения, а школьный психолог подскажет, как подготовить детей к новому учебному году. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».